Друзья, всем привет! Сегодня такое кратенькое видео, как бы мое мнение, какие криптовалюту, какую криптовалюту сейчас выгодно продавать. Первая моя рекомендация — это те, кто майнит Ethereum Classic. Я бы посоветовал сейчас продать то, что цена очень приемлемая, то есть за один Ethereum дают 152 069 Сатоши. Это довольно-таки неплохо, да, если посмотреть на весь график, мы можем увидеть, что только в самом начале цена была около 256 тысяч сатоши за один Ethereum. Потом она падала, то есть, да, но это самое начало, это август, 25-30 числа, а далее, как мы видим, уже идут цены за 12, за 120 тысяч, за вообще за 99. То есть он значительно просил, и вот сейчас хорошая цена. Мы можем видеть, что было 12-12, потом вообще снова упало до скольки? До 99, и вот он скачок 15-500, и сейчас он держится стабильно на 15, да? То есть я бы советовал все-таки подпродать Ethereum Classic и моментально, прям скорейшим путем переводить в рубли либо в доллары. То, что биткоин сейчас хорош, очень высок, то есть 960 долларов за один биткоин дают, либо 58 505 рублей за один биткоин. Цены очень хорошие, то есть я сейчас продаю все, что у меня есть, особенно это биткоин. Вот, то есть сливаю все и перевожу в рубли. Вот как видите, зайдем в историю. Так, тут мы видим, что вот последние мои сделочки — это биткоин к рублю, биткоин к рублю я продавал по 57 тысяч, да. Также expensive, ну вот все вы видите, да. То есть цены хорошие, стоит продавать. Давайте посмотрим еще, какие у нас ZEC, что сейчас с ZEC-ом. Ну, ZEC держится стабильненько, 48 отметочка. Но я бы посоветовал подождать до 0.05. То есть он скаканет в любом случае, и даже может быть больше. Когда цена будет 0.05 биткоина за один Zcash, то есть смысл продавать. То есть сейчас он жестко просел, да, на отметке 0.047, поэтому пока что придержать. Ну, может, есть смысл купить для некоторых, хотя график идет вверх, как вы видите, 0.048. Следующая у нас валютка expensive сейчас вообще очень жестко просел. Касаемо этой валюты, ванговать я особо не думаю, не собираюсь, но если вы майните, то я не знаю, как для вас, я на отметке 30-29 продаю expensive подчистую, то есть полностью под ноль. Ну, которая сейчас цена 24, меня не устраивает. И на другой бирже, да, также если посмотреть, сколько expensive, ну, точно так же цена, может быть, чуть-чуть разнятся. Вот у меня, видите, тут ордер висит, заряженный на 32. Вот тут минимальная по 30 продают. Но пока, если верите в эту валюту, то стоит вложиться, да. Также еще что? Манера неплохо выросла, но Ethereum, я думаю, вряд ли хорошо вам продавать сейчас, то, что он вообще сейчас просел. Я продавал, помню, по 0.019, сейчас 0.011. То есть это вообще дикая печаль для тех, кто раньше вошел. Ну, а там уже касаемо вас, то смотрите сами. Вот он стоил 0.08, сейчас на отметке 11.165. Как бы слабоватенько, слабоватенько. Также еще не знаю, как на Полониксе есть этой валюты или нет, но тут очень хорошо, и в чате пишут, что Путин и Трамп, тут просто бешеные пампы каждый день почти что. То есть они навариваются, бывают, пишут, вот, сильно упал оборот, там прочую шляпу, то есть тоже можно попробовать с этими валютками, но рискованно. Да, также неплохой обмен для лайткоина, тоже 247, но я продавал за 300, по-моему, было. То есть, ну, в принципе, сейчас тоже можно продавать. Вот, а так все валютки сейчас подросли, то что я уверен, да, биткоин будет расти, но мне кажется, будет спад.
так же, как и в прошлом году. То есть он повисел, там 800 что ли был, и потом резко спал. Как раз после января, и потом где-то в апреле он снова скаканул. То есть, да, мы можем заметить, сейчас мы посмотрим. То есть тут идет, вот январь он был, сколько, 480, да? Потом до 300 упал, потом снова до 410, потом упал, потом 440. И вот только к маю он начал набирать обороты, дошел до 700, потом опять упал до 600. И вот уже видите, как в январе почти косарь. И сейчас 900. То есть эти цены по сравнению за все время, это вообще пушка. То есть, может быть, не продавайте все, если вы, ну, не нуждаетесь так сильно в деньгах, а половинку хотя бы или какую-то часть, я думаю, стоит скинуть. Надеюсь, видео было для вас полезным. Спасибо за внимание.